известно, что в струе воздуха или газа, создаваемом воздухоробкой, давление ниже атмосферного за счет быстрого движения воздуха в струе. Это позволяет продемонстрировать красивый опыт по парению шарика. Шарик поддерживается аэродинамическим напором струи, а боковые смещения устраняются за счет того, что внутри струи давление меньше, чем в окружающей атмосфере. Можно даже попытаться наклонить струю, и при этом шарик не будет из нее выпадать при наклоне на заметные углы.